Короче, мы взяли дуриан. Так что, сколько он будет есть? How much? Окей. Давай за стол. Короче, мы сейчас будем пробовать. Над нами трутся же вообще. Дискаунт. Сейчас нам, короче, будут его разделывать и будем его есть. Он пахнет. Динди-ды, я расплатил. Может, он не спела? Надо вот так же побила. Как мы его будем бить, как надо? Как-то много прям. Что, запутил, да? Да. Вот так много, они, наверное, все колючие. Ну, как бы, да, такие колючие. Там внутри оказывается вон. Еще надо достать плод, он, конечно, вонючий. Нормально. Давай два пакетика еще попросим. Шукупу, шукука не испачкал. Или что, или нет, или как-то так делать. Много покупает вон такая бадья. В ваш курков. Сейчас пойдем в конечно, это за курку. Могу отойти его сухать. Короче, мы взяли дуриан. Сейчас будем есть. Вон там. Может, что-нибудь взять, чтобы закипеть на все. А пойдем, может, мы туда сядем на эти штуки. Вот она там есть прям было чуть-чуть. Да никаких отметок нету. Пойдем просто сядем. Ну давай, ну просто камера не работает в темноте особо. Давай куда-нибудь сядем и поедим, где светло. Мне еще маме надо халат купить. Вот он, вот он. Да, не закрывается, Дима. Пойдем туда около общежития сядем. Там мы снимем нормально. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да.
сюда сядем. Куда? Ну вот сюда. Отодвинь лавку. А может вот это? Да и что, тут все закрыто. Ну давай. Начинается первый. Ой, за стол бы сразу. Лапку куда? А вон там кончик возьми. А, там, наверное, нельзя. Короче, вот сюда. Где? Садись. Ну, начинай. Что начинать? Начинай есть первый. Я просто не знаю, я, наверное, не готова. Или не. Ну, кстати, знаете, здесь можно вообще просто не нюхать. Ну как? Круг какой-то мы ели, блин. Дим, он напоминает какой-то фрукт. Да, да. Вкусный. Я думал, он тухлый. Он тогда мы тухлый ели, да? Да, он фоксом проезжал, не ест. Он такой напоминает. Ну, давай, ну, подожди, вот это здоровое, давай вот это мне маленькое. Да, на самом деле он сытный очень. Такая больная. Надо сытый есть, пока он не воняет, да? Закрывай его, блин. Там еще что осталось? Когда он начинает вонять, это что-то уже не очень вкусно. Мне кажется, он уже начинает вонять. Мне тоже кажется. Уже привкус пошел такой вонючий. Поэтому я, наверное, уже пас. Вонять, да, начинает? Руки, блядь, почти. Потом свежий жульян поедем. Одно место. Не ожидай. Надо назад от фруктов взять все. Успеть. Что, больше там ничего не едим? Заесть его надо, да? Он уже тухнет, он уже как-то цепляет. А если нос нажать?
все. Нет, вы знаете. Девочка улыбается, которая нам резала, она нас смотрит. Ну все. Ну выбросите сюда у нас, нет? Или к ней выбросьте. Блин, что-то уже бурлит. Не, у меня не бурлит, кстати. Кстати, мы сейчас в центре Бангкока, ну как не в центре, в Бангкоке, но в не в самом центре, в аэропорту, рядом с аэропортом. Тут вообще туристов практически нет, все местные. Тут рынок местный, но, кстати, цены... О, кстати, денег надо купить. Надо купить масло кокосовое. Какое-то кокосовое мыло, но масло кокосовое, где? У меня отрыжка пошла. Блин, поели. Тут самое ужасное, что мне ночью твою отрыжку нюхать. Такое молоко у нас тоже продается. Разные фрукты, овощи. Короче, холодное я маме не купила. Ананасы по 25. У нас были в Паттайе за 12, за 10 набрали вообще ананасы. По штуку, за штуку 10 бат было. А здесь 25. Вот пацаны едят вон. И упало у него. У него упало. Что, пойдем тебе массажки? Димаш. Надо взять на завтра, Это типа хала-хала. Байда. Байда-бурда. Ну, конечно, мы что, поздно пришли, они уже закрываются. Пойдем, короче, на тот рынок, возьмем групп на завтра, Дима. На завтра. Проснулся завтра, проспал завтра, ну здравствуй, детка, рядом жгучая брюнетка, вечером дискотека. Да, дурянчик-то, ничего, так пошел. На вкус, кстати, вкусный, когда свежий. Но когда он чуть-чуть полежит, уже запашок идет, и он ощущается во вкусе, не только запах, а вкус еще вонючий. Поэтому его надо по-бырому. Ну, короче, маме халат я так и не купил, я так смотрю. Пойдем фруктиков здесь возьмем. Возьмем. А вон какие тряпки. Вот у них. Вот это вот их тема. Буддистская. Халатик надо купить. Шматьё. Где халатик-то? Ой, блин, театришка идет тоже, да? Нет. Вот здесь сейчас маме купим халатик.
хочешь, можешь тебе что-нибудь тоже купить. Носки. Ничего не говна. Тряпа. Так. Где халат? Там, наверное, дальше можно, да? Иди халаты, халаты. Иван, где сали? Мама не попросила ни сали, она попросила халат. Какой привозила ей тогда? Сали тоже халат только имеет. Ой, Дим, все, я пусть к нему. Если я здесь не куплю, понятное дело, что... Ну, походу, дела тут нету уже, все. Ну, все, нету. Пойдем фрукты возьмем тогда. С собой на завтра. Вон масло кокосовое. Вон какое-то масло за 100, что ли? Where is coconut oil? Coconut oil here.